А они кто, пенды или какие-нибудь часы? Да, американцы. У них, кстати, форма у нас пятнистая, вот смотрим все себя, но у них она квадратик. А лучше всего опознать врага это по оружию, если у них что-нибудь американское, наверняка 80%. Попробуй еще раз связаться, потому что не шужу. Да, по ТВ я не могу пока. Приемка, на связи есть кто-то? Может, его не настроили? Может, не настроили? Вообще тишина, ну до этого Альфа отвечала. Картошка, правда, по дефолту с самого начала молчал. Читами не буду пользоваться. Ну не знаю, по рации они общаются спокойно. А, то есть слышно в рацию обычно, да? Да. Картошка, выйди. ДВшку ДВ... они не сделают. БЕ ДВ не может до сих пор. Уже и на ВГ играют. О, у них нет ДВ. Да, ну пусть на КВ настроят, хотя бы на КВ настроят вторым каналом, но доп. Паша просит вас КВ настроить хотя бы. Картошка не знает, скорее всего, как. Не умею, да. Сначала выходила на связь, а сейчас что-то все тишина. Ну они как бы маршруты выбрали не самые безопасные. Хотя лавки на том месте не было, она долбила по этим по аэродрому. А, да, у них же две лавки вроде. Ну, Альфа еще общается, точно. Смотри, у нас не получится, допустим, давай все время, потому что короткая на топ не настраивается нормально. Понял, понял. Вы хотя бы будете слышать, вы хотя бы будете слышать. А, окей. Группа Чарли, выйдите на ДВ. Честно, как дети. Сейчас рядом с триггером проходить будет. Да-да-да, опасно. Я уже у красного триггера есть. Право, да, он у нас там. Метрах в 100. Нормально. Поэтому к морю ближе держимся. А мы не замерзнем, куда бронить ее? Нет, не должны. На лодочках же не замерзают. Там, по-моему, работает честный человек, если не в технике. Не вейкл. Да, БМДшка тащи лучше левее, левее, бери в низину лучше. БМД левее, в низину тащи лучше, здесь опасно. Все? Не-не-не, все, вперед, вперед, не-не-не, вперед, 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 на 11, на 10 часов поверни. И вперед. Да, все, поехал. Поехал вперед, газ. А вот теперь можешь на 300 поехать. Переплывать на другой берег. Активируем шуточки за 300. Да. Там актуально. Это, кстати, стрелок БМДшки нашей, поэтому чё мы тут? Чё? Чё? Вот этот вот чувак, которого сейчас я в связи, он стрелок БМДхи этой. И?
Круто, бот активировали. Все, у нас 4. Но мне в тур, помогите. Терпите. Ты же присягу дал. А им управлять можно этим ботом? Я думаю, может, мы здесь сойдем, пешком пройдем, а БМДшка проедет. Поворачивай налево, если путь. Мы не будем путь. Все, БМП стой, пехота высаживаемся, пешочком едем. Идем дальше. БМДшка пока, смотри, направление 320, 340, камни и 300. Окей. Так кем он будет смотреть? А, у тебя там нет никого? Есть. У тебя бот там, что ли? Нет, у меня тут игрок. А. Бля, где он? Вылетел кто-то. Он вышел, походу. У меня нуб был. Да, вылетел он. Ну, ты это, закати в лес немножко. Подожди, может он зайдет сейчас. Или краб зайдет он. В конце концов. Не задави его, только не задави, вперед сначала продай. Все, и направо в лесу вилки. Загони. На стрелка садись, пока наблюдаю. А ну пехотка вперед будет. Две турбо-РПОшку и еще что-то. А у меня вылезла сумка. Да, рюкзаки такое бывают. Замечательно. Арма. Ну, на богу, спецбурку перейдем, я надеюсь, эти глюки пропадут. Чарликом связь. Чарли, прием, есть на связи? СПМ, прием. Или кто там? Это? Алло, ёпта, есть кто на связи, кроме нас? Тишина полней. Это я уже понял. Вон метка Б и обновилась с флангов, с востока идет. Я что-то не хочу идти через антенну, там стрёмное такое место открытое. Хотя есть вариантик, сейчас мы пройдем на рисунок. Паша, но боишники отвечают у себя друг друга в отце? Я понял. Вот маршрут я накидал, но... Так, М-ка у нас... Мочка! Не север, да. Бэха, это по тебе работает? У меня тут стрельба где-то, ну... Давай, я канал чарок проверю. Юго-запад нас. Понятно, тут у нас наблюдатель, значит, где-то сидит. Район, скорее всего, 24 или 16 высоты, 24. Как синие выглядят. Ну, они белые тоже, но... Камуфляж, ты издалека не видно. М-ка, М-ка. Восклицательный знак?
Видишь восклицательный знак? На него смотри, где-то там может быть дальше. Ну по звуку оттуда, по триангуляции, говорит, там можно. Вода ледяная, если что, в воду не заходите, меня это шарахнуло. Вот. Короче, бежит там Кина. Бежит к нам, бежит. Впереди. 240. Давайте. Солнце, не солнце, тут же один смотрит. Гребаного спектатора вы. Ваша метка на вас стоит, да? Да. Вы сейчас в ней находитесь. К вам побежал кто-то с РПГ. Да. Он тебя убивать бежит, а мы его встретим сейчас тихонечко. Ваша машина в зеленку отойти, сволочь. Да попробуй, сейчас мне спектатор этот гребаный включился, сейчас перезайти придется. Блин, ты стоишь так на... Меня не убили. Да заметили, нет? Меня скорее всего заметили. Ну, короче, он там на 240. Они не торопятся сюда, это? Вот он, вот он. Мочим, ё-моё. Ну вы, блин, метки стойки. Еще один впереди, там же. Ноль, упал он за этот, за складку. Это я. Нет, сейчас это не ты. Выгляну, не стреляйте, я покуешу. А, все, ты да. Будем рад умрать. Возьмите рацию. Живой был? Лавка, БМП по тебе, БМТ по тебе, лавка работает. Бля, все, выбили. Убегай, просто убегай. Выжил? Да, живой. Уходи оттуда. Он до сих пор живой или что-то за бред? Ну добейте, ё-моё. Пока не стреляем. Готовим трубы. Она заходит на ваши. Давай нам подсказывай, мы смотрим. А, ты оптику забрал. Я смотрю ее. Я встречаюсь. Что? Она стоит, ее видишь вообще? Сейчас посмотрю, она в воде была. Да. Эх, это как меня так было? Лавка что ли? Ух ты, сука.
Сейчас Рексарм у нас. Угу. Рексарм. Может, тебя тоже убили? Да. Я не знаю, я не увидел. Блин, кстати, Николай, почему меня забыли? Не-не-не, походу, что его убили. Твои? Походу, или этот, либо Карч. Не, походу, меня все-таки Карч убил. Бронеёлки. Пипец, а Хьюман, ложись. Хьюман, ложись. Ты чё, это брал? Стрелок. Ложись, Хьюман. Не? Зарез. А он даже не видит. Я просто всю игру это ходил, ставил мины полосами, короче. Я ж. Он вдох под вышку. Добить, добить, добить. Пьем. Ладно. Но он его так забыл. Хоть одного должен был увидеть. А что, лавочка сгорела, я так понимаю? Да нет, заведенная вон стоит. А, она уехала, что ли? Нет, нет, там же стоит, на воде как стояла, так и стоит. А я что-то не вижу. А ты на бонзай там... переключи. Умерли. А умерли, за триггер выехали, а вон бонзай же тут. Что, М-ка? Ну, Клир еще живой остался. Все, умерли они. А вас там, я так понял, на месте высадки приняли, да? СПН весь этот... А, они же за триггер выехали. Ну? Так и умерли. А чё, блин, раньше не могли, так бы я живой еще был. Ну, по крайней мере, БМД живая была. Блин, а чё этот тоже вылетел, блин? Хоть бы предупредил то, что уходит. А он улетел, у него аж как БТВ кикнуло. Его буквально кикнуло, мы подъехали перед подъездом. Да у нас там много труп. РПО и 22 и 7. 22 вроде. Там с меня подобрают. Да. Там два уже трупа. Внушительно. Вроде тоже сдох подошли. Чего? Бонзай тебя кто убил? Да никто. Триггер был убил. У меня просто вот этой рамки не было снизу. Блин, а я тебе кричу, там бонзай, бонзай, там за камнем бобрики лежат там. Да. У тебя бобрик один обошел со стороны. Когда на себя я ставлю, смотрю, никакой линии нет. Я как раз сидел, думал, сейчас какой-нибудь попадет с вашей стороны бонзай обходить. Ну вот я не знаю, как эту миску переделывать, ее автор забинарил, поэтому если как-то ее разбинарить можно будет. Может, ЖТМ будет. Знаешь, нам бы крестам немного уменьшить. Потому что нас приняли сразу же, как мы только сели в лодке. Ну это такие люди, которые правила не читали, еще не знают, они теперь знают. Ух ты, ничего себе. Не, не провал. Нуклир прорвался. Там пехота уже ждала. Так нуклир стоит мне в спину, стреляет. Меня дамажит, я с разворота с эмки ему в грудь зажимаю и нормально, он выжил. А их надо перенести лодки в другое место, поэтому... Вот мы же не на респауне ведь у вас. Что там на респауне? Ну у них лодки-то не на респауне стояли, не на зеленом. Ну да, со стороны, да. Ну как бы да, респаун не считается уже. Так что на свой страх перейдет. Да. То есть они подошли к лодкам, их за всех перебили? Не знаю. Да, мы только сели, по нам уже огонь начал стрелять. Глушитель. Клир, блин, там бегает, как я не знаю, как у себя дома. М-ку убило в спину. Я не вижу, никого рядом не было. Как ты Клир туда попал? Ну? Прорвал. Живучего. О, сел кто-то. Он слышал, наверное? Должен был слышать. Сел машина кто-то. Слышь. Там лавочка стоит рядом. У него трубы нет, да? Неизвестно. О-о-о. Не стреляй. Ой, чё не попал.
Лавочка как поняла, что там кто-то с вами? Не, он попал. Без сознания лежит. Да, да. На самом деле зря нуклируем на этот квадрат. А кто выбежал так к нам, к этому, возле камня? Наш первый контакт был. А там был вот Бонзай, по-моему, и Гонзо. Ну да, вот Вест, тут Бонзай, еще кто там еще один, то прям с пулеметом побежал. Ну. Он бежит такой боком, мы на него боком смотрим, он бежит, 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 бежит. По нему я открою команду огонь, начинает стрелять, и все мажут. А до него метров 10. Нормально. Вот я вообще ржал. Я ржал. А М2 пробьет лавку или нет? Вообще не должно, он же как бы бронирован это. Хотя. Просто там М2 стоял возле нуклира. Нет, в поясе может быть и пробьет. Живой? Да. Сдох. Они так хорошо встали в одну линию. Угу. Всех положу? Ну, картошка остался или да. А у картошки трубы больше нет. Я бы ближе подошел бы, с горы стрелять. Да. По две трубы было. Ну что там, мои еще идут остатки. Винтарь забесит. Тебя обе не с винтаря зовут. Да, с чего? Со свалы, без прицела. Ну. Это же одно тоже практически. Одно, я к тому. А кто там солиспа с лавки долбил? Инфернал и... Путиш. Чё, не попадали, по-моему? Да не, нет, вроде. Ну, было страшно. Дек. Сейчас нуклер будет под американской сетью. Дек, ГПшка, надо. Чё, он реально хочет ГПшки? В корму вполне выбивали, если даже осколочный у них, а если еще кумулятивный, то как-то вообще. Шикарно, на пехну, блин. Ну там и Ивончик подходит, надеюсь, он заметит, в отличие от меня. Интересно, Вест вот понял, что из чего его вообще убивают? Я понял. Поздно. Понятно. То есть вообще не слышно, как она стреляет, да? Нет, слышно, я слышу, как стреляет. Я не понял, начали откуда, я подумал, там из-за елки. Я встал спиной к елке, подумал, буду бегать в сторонку. А, экипаж вышел. Там один бегает, весело человек. Залез. Ранило, нет? Да, там ранило. Пятнышки вроде какие-то есть там. Что, следующая миссия? А. Потом посмотрим. Сенхав. Сенхав. Это там Думарка есть. Сенхав. Инфернал ненасытный еще. А нет. А зачем он опять вылез? Полечить, наверное. Командир бы сел бы. Стреляют что-то. Ах, то есть хочешь теперь понять точно? Да, бейки. А, тревизор? О, пусть в магазин, беги, да, красава. Меня там, по-моему, застрелит. Да? Да не туда. Да. Говорю по скайпу, не беги туда. Тихо. Ты ему звонишь? Говори, слышишь. Ну, клир забил на лавку, да? Да, забил он на неё. Ну, клир, не ходи туда. Ладно. О! Давай. Ай, блин, заметил меня. Может и нет. А где оно? Минул. Ну, прямо за прилавками. Так, я нашел. Такое тяжело не заметить.
Так если он с главного входа забегает. О, нифига, вы про посередине пас. Отлично, именно ставил. Беспалевно. Вот. Хоть что-то спрет. И ни хрена. И опять раненый все. Плохо посмотрел. А, еще одну. Нет, инфернал. Ладно, теперь добью. Чё, кстати, техника после какого-то патча, она еле выбивается, и чё было? Ну, скоро патч, да, такое. Весело. Выбили, да? Да. Но... Теперь бегут занимать, занимать, бегут, вот эти, сейчас там, блин, на них бегут. Они вот эти, вот эти. Ребята, лутать потом. Не... Зачем сейчас? Он не лутает, он квешку берёт с ним. Было бы забавно, если мне вдвоём сели в одну тело бутали. Ну, клир, типа махинация в церкви делает. Бежит прямо на врага. Да. Передумал. Как-то картошка. Однажды эту церковь расстреляли со всего. Чего можно было. Картошка с двумя пухами ходит. Вупсень. Да. Сейчас выпьем, схлестнуться. Паша, как вы слились-то, ё-моё? Мы нормально слились. Лавка к нам приехала. ВВС тут прибежал. Здравствуй, Вопсин. Же. Сучка. Сучка, блядь. Это картошка была. А как картошку знал, что со спины будет? Да чё-то. Пусть картошка скриншот делает. Да. Сейчас полострела забаним. Потом бог. Потом бог забаним. В сталкере прикольная тема была, можно было, короче, с игроков скриншот снимать. И видно было, у кого волха, у кого нет. Понял. Нигде больше не было. Спектакль начался такой. Нет, не спектатор, короче, а, ну, посылаешь команду на игрока там скриншот. А, скрин делает, да, скрин делает. Скринилось, короче, глазами игрока. Те, кто управлялось. Охуенно штука была. Примите скрин с отправкой. Выживет, наверное, вообще все видно было видно. Я ему... Сэмки в грудь, кстати, выжил. Ему еще вот добили, Сэмки выжил. Жирный? Да. Че, самолет заводишь? Да. Руками? Педалями. С педалями и дурак, может, а ты без педалей попробуй. Я не могу, я дурак. Ай. Давай. Кинулся. Живой еще. Наконец. Ты чё да, такой живой? Почему, почему, когда ты садишься, попадает РПГ? Вот почему? Арма. Вот почему? Это лавка была? Перейдем на воговскую сборку, может поправиться. Таизда я бы уже смог лавку уничтожить. Таизда. Клира, да, кстати, американцы, кстати, вообще жирные. То есть это... Ты тоже жирный. Ну, я не настолько. Ты по мне стреляешь, я разворачиваюсь. Не знаю, я в типов да, возле вот, реки, вот, которые. Короче, это я тебя почему? Убил, да? Возле камня лежали, стрелял, что-то не знаю, хоть попадал, нет? Я возле окопа тебя убил, да? Да. А как вот, ты выжил? Я успел развернуться, я еще по тебе. Пять раз, наверное, попал, не меньше. А ты еще стрелять мог продолжать. Так я в тебя тоже садился. Я там уже заорал, братцу, в смысле вот так вот? Коромысли. Причем я попал, ты повернулся, пострелял. Может это не голова была? Конечно. Мы тогда еще раз уже голосовали. Ну я без сознания потом. За кого голосовали? Да. Добил тебя. Так, кого да тебе повезло, у меня М-ка был. А кто меня убил? Не курсно? 8 бит. 8 бит. А, вижу. Точно. Блин, вот смотрел на эту стройку, но так и не увидел. Там и стрёмушка. Да. Почему рюкзаки зеленые? Почему все здесь вот белые? Да блин, эти укрепления возле церкви меня в ловушку загнали. Капец.
типа городского типа. А зачем ты палец вообще в эту церковь? А, ну я думал, в церкви кто-то есть, как обычно, там, знаешь, мин. Ну это понятно, всегда есть там, но это не очень самое, не самое выгодное место. Надо сначала периметр зачистить. В смысле периметр? Я там уже вся есть бегал. Да ты бегал между ними, там просто они, знаешь, за стенкой. На Ларе смотрите, он картошку не заметил. А, вот. Заметил или не заметил? Не, не заметил. Может это друг аутирует? Не, не аутирует. А может у него этот скрипт, как в этих MMORPG на прыгане? Эклер. Гонза полез на смерть. Почему? Ну вы сейчас увидят оттуда. Эклер. Ой, ой, кто-то не уходит. О! О! Да, да. Не упал. Кто бы... Гонза, Иванчик. Армянчик! Армянчик! Красавчик. Почему ты ложную инфу нам говоришь, что лавка там на берегу была? Скажи мне. Бан. Вы посмотрите, как он вас-то склеил. Армян. Бывали дух. Ну вообще лавка по нам била на берегу, это действительно так. Так было. Она потом уехала. Ну и в свой РПО. Три на три. Куда лавка уехала? Вон она как стояла, так и стоит. Нет, и две с лавки, берега-то да. Она уехала, блин. Три плюс три равно... 33. На берегу же лавки не было. Сложный пример. А 3 плюс минус 3 будет... 0. Да. 0 будет. Не. 0 будет. Я 0. Забыл. Математик. Нет, это C++. Там наркомань тяжелая. Там то есть. То есть ты продолжаешь пороть? Немножко. Неужели они не догадываются, что здесь еще, кроме земли, есть еще и вторые и третьи этажи? Им лень туда подниматься. Угу. Да, тут не в поднимании дело, а в том, чтобы смотреть хотя бы. О, о, картошка кинул этому. О, да. 8 литров кидает гранат. А как он его увидел там? Не знаю. Он уже на крыше был. Да, чуть-чуть. Он уже оттуда стрелял не раз. Там 8 литров начал бегать, наверное, он слышал. Не-не-не, стрелял Гонза. Картошка вокруг него бегала уже, хрен знает сколько. Ну, или да, пулемет может слышать. Зря он ползет к входу. Сейчас же он гранат закинет. Он даже на крышу смотрит. Слышит, слышит. Да, да. Стенка вводит. Малхак. Картошки по-любому в стиме написали. О, В лезет прям к этому Гонзе. Гонза. Лол. Гонза. Вот, блин. Разменялись? Нет. Нет, Гонза может еще встанет. Гонза встанет. Жирный Гонза. Гонза встанет. Что, не забрал его с собой? Нет, ранил только. Че, Гонза раненый? Это Гонза был. Нет, а вы сдох. Да. Ты ему просто в ноги все высели. Стреляешь в голову, а пули падают в ноги? Да. Так постоянно. Баллистика в Battlefield такая. Это баллистика с контрой вообще-то. Картошка, не надо по лестнице, да, молодец, ногами, ногами лучше прыгать. Да говорю, написали. 8 бит его должен услышать. По лестнице пройти. Да ладно, не услышал. Так вы смотрите, как он поднимается. Да не, не, скользит по поверхности.
Майкла Джексона. Но... А, насумел, насумел. На 8 бит, походу, не услышал. Не услышал. Да. Куда он смотрит? 8 бит. Даже я взял с отца 8 бит. Опа, скажет... не хватает ему скилла. Да. Не хватило. О, трубу на рука. Оказался резче. Кто ж как бои поднял? Видимо, Аздоник укусил. Картошка в последнее время, кстати, стал более-менее нормально играть и стал этим не очень сильно хвастаться. Да-да-да. Вступайте в бои. Он хвастается больше, чем играет, на самом деле, это серьезно. Ну, я говорю про то, что он стал относительно тогдашнего своего состояния, стал чуть ли лучше играть. Раньше-то он... Совсем... Не, играет он нормально, он хвастается ненормально. А играет более-менее. А Виска включил режим тюленя? Да. Гон, смотри, его бьет, нет? Гон за безнок. Упс, а ну расскажи, Гон. Да, Гон теперь посмотрит, ты за края. Напиши в скайп, Гонзи. А он не услышит, кстати, далеко лучше. Мы с ним в конфе там уже общаемся. Не, ну я дал им инфу, что лезу на госпиталь, они знают, что он наверху, по идее. Я только сказал, что тут зашлёпнули. О, картошка. Гонза увидит? Или Гонза картошка? Не, не увидит. Не факт, что они подумали, что тебя с убили в госпитале. Они поняли, что где-то рядом? Вот он виска ползает, картошка побежала за фрагом. О! Увидел, увидел. Сейчас ГПС-ки Гонза, блядь. О, как труба достает. Да она ничего не сделала. О боже. Да сейчас стена полная. Да это Армон. О, Гонза. Я застрял в дырке. Там увидели. Это было эпично. А газон, я думал, он в кашту. Остались бомбы, которые могут спасти. Да. Будет неприятно, если Виска убьет картошку. Так легко эта больница подалась. Во сколько миссия рубает? Не помню. У Виска плакат такой. Опасно. Ой, мальчик. Тюленем. Разлегся. Да-да. Газон вообще закрылся там. Ну, у него задача высидеть просто и все. Знаем квадраты. Картошка тут? Да нет, конечно. Картошка там. Живой. Картошка там, да. Виксел побежал. Меня просто отвлекли. В этот момент я бежал. Убили. Все как всегда. Да, все отвлекают постоянно. Скайп пишет. Не, ну картошка молодец, он живет, он этот... Убивает. Лавку убил. Гонза убил. Гонза убил. Да. Вупси не убил. Госпиталь разрушил. Гонза такой надо брать. Не, он спрашивал у меня, пятый за нас играют или нет. А, он КВшку что ли слушал их, да? Да. Нет, он слышал, как они близко к нему общались. Может, ТКВ слышал, не знаю. Тут фонари включены, когда карту открывают. Угу. Написать им северный квадрат. Нет. Там еще помню. А лежит. Какой северный? Ну, можешь просто работать. Нет, напишешь ты северный, там два северных как раз. Да? Они сидят вот там. Они если карту откроют, видят, что там хвачены квадраты. Два квадрата еще осталось, вот они и захватят.
Ну, а тут для захвата опасно. Достаточно одного красного? Да, да. И ни одного синего. Как Виксел живет, я не понимаю. Да он там... А что с ним? Уже полчаса я всю дичь в этом играю. О, это я. Ты намекаешь на то, что он бас вообще? Нет, я намекаю на то, что как он выжил вообще в этой передряге. Он вроде за АВ бежал. А, да, АВ вон там ничего. В принципе, залез на крышу, вранил Гонза, там умер. Гонза развернулся такой охреневший, не понял, что, кто к нему пришел. Еще да. Долго думал. Сейчас Виксел поломается. Виксел РПО, и он ее не воспользовался. Нет, у него РПО вроде пропало. А на спине вот у него он бегает. А, ну на спине. Все, Виксел тоже взял и понял. Там, там. Че он? А, он подраться хотел. В смысле? А как он? Он другой запустил. А. Будет хорошо, если он сейчас красным задолго перестанет. А как он пробежал? Он через главный вход забежал или нет? Да. А как он не взорвался? А чё да? Ну там уже растяжка. Не нет, вот. Растяжка. Ну бывает. Тут разминировал, значит. Бывает, в одну сторону нормально пробегаешь, обратно побегаешь, подорвался нахрен. Там, там же триггер. Это же триггер там стоит. Лагает. Обидно вообще. Если ты еще на лагах, реально, можно помзу пройти, вообще ничего не будет. Или она взорвется с задержкой, или впереди тебя. А у Вискова ног нет? Или что он так? Есть, а, есть. Да. Есть ноги. Он медик, он может себе это. Угу. Он может себе позволить. Не посмотрю на него, он все время ползает. Ну, страшно. Тюлень. Да. Картошка приближается. Газон надо вообще двери эти закрыть и сидеть закрытым. Хер ты его да. Смотрите, вот картошка именно вот в этот сейчас постреляет, прострелит и убьет, я уверен. Кочегар уже не написал. Его по-любому написали, но не так полиция. Он достанет третью РПГшку и стрельнет. На обум и попадет прям туда, да? Да. Таким жестким навесом стреляет. Забор такой. Нет, это смотри, картошка бегает, потом он останавливается, читает, что стиви написали и дальше бежит. Да-да-да. Или он наоборот пишет, что все именно. Сейчас дому попадет. Хорош. Дурак. Хорош вы. А, картошка, наверное, не в курсе то, что я все кумулятивные выкинул, оставил только осколочки. Он сейчас поднимется. Пусть лежит. Ну, это осколок у меня это сделал только. Загорает, блин. Пол головы нет. Да не, он быстро сознание придет. Да не, я лежал. Нет, ну он пока живой, уже хорошо. Все, все. Все, такой шутки нельзя больше. Да-да-да. Нормально, можно бежать. Он это не в бессознанку упал, а просто валялся. А ну газово. Не удержался так, много. Так, так. Смотри, бежит, останавливается. Подозрительно, подозрительно. Очень подозрительно. Надо выключить Steam, да? Да. Смотри, он просто стоит на месте. Вискал хитом своей игры. Да. Ему просто сказали в контейнере, он все контейнеры чекает. С РПГ подозрение выстрелили. Кто-нибудь напиши газону тогда уже. Да. Паш, напиши как газону. Он в вагоне прямой. Он смотри, что картошка делает. Тут... А! Не, я тебе говорю, палево, реально. Вообще пиздец какой-то. Гарантирую. Да. Он догадался, что ли? Да, догадался. Картошка семир...